Всем привет, мои друзья! С вами Владимир. Конец декабря. Такая чудесная погода. Небольшой морозец. Минус 10 где-то. Решил я прогуляться в лес. Похожу, погуляю. Вам покажу наш лес. Посмотрите, какая у нас красота. Поселок наш, горы. Ветерок вот поднялся. Ну хорошо. Идем, гуляем. Смотрите, друзья мои, как у нас в лесу сосновый лес. Сосны вот такие ровненькие, как скалки. Дышится так хорошо, легко. Небо голубое. Это все мое родное. Такая красота. Идем дальше. Вот, друзья мои, встретилась мне елочка. Хочу вам ее показать и рассказать. В чем разница между елочкой и пихтой? Вот эта елочка, вот видите, веточки у ней, иголочки коротенькие такие, вот видно. Вот так вот видно. Это вот елка. Ну, елки я на Новый год дома не ставлю, ни пихты, ни елки. Ставлю искусственную. Пришло время такое. Жалко мне их стало. Губить живую елку. Вот елочка. Сейчас покажу пихту. И вы поймете, чем они отличаются. Такая небольшая пихточка растет. И вот посмотрите, крылочки на ней длиннее. И если на елке они колючие, то здесь они мягкие такие. Ну и, конечно, запах. От елки практически запаха нету. А вот если пихту, даже веточки занести в дом, в квартиру, будет необыкновенный запах. И он очень долго держится. Вот. Ну, разница, конечно, еще много там. Отличий, правильно сказать, между елкой и пихтой. Но все это не так важно. Ну, кому интересно, можно почитать в интернете. Ну, обыкновенное вот мое такое рассуждение. Елочка и пихта. Ну, идем дальше. Посмотрим, что в лесу. Снега в этом году мало. Вот иду. Вот мои следы. Без лыж, без всего. Так чуть-чуть. Ну хорошо, что хоть это есть. То были морозы, до 30 доходило. Земля промерзла. Могут и растения вымерзнуть. Но вот немножко выпал. Красота. Красота в лесу. Красота. Вот наша елочка. Точнее, пихта. Такая малышка стоит. Пусть растет. На радость людям и лесу. Вот встретил
большую пихту. Хочу вам показать, что отличие. Вот видите, кора какая у ней гладкая. Ровненькая такая. Кора смоленистая. Сейчас пойдем дальше. Встречу елку. Там совсем другая кора. Ну и, конечно, вот эти вот веточки. Длинные иголочки. Вот такие вот. Ну, идем дальше. Лес красивый. Встретим сейчас и что он там вроде стоит. Пойдем туда. Вот эта вот елочка. Хоть она и небольшая, но заметно. Видите, кора совсем другая. И веточки чаще, гуще. Елка, она всегда такая вот густая. А у пихты веточки пореже. Сейчас вот рядышком стоит, покажу. Вот видите, кора какая у нее. Вот такая кора. Вот эта вот пихта. Видите? И ветки реже, и кора гладенькая. В различии, конечно, много. У елки древесина, как сказать, ценнее. На пихте вот она слишком смоленистая. Ну, пойдем погуляем еще. Посмотрите, какая красота. Целая семейка. Пихты стоят. Ну, все в лесу, конечно, у нас хорошо. Здесь вот гуляем маленько. Пройдемся. Покажу вам наши елки, наши пихты. На фоне соснового леса, как они смотрятся. Чудесный день, но солнышко скрылось вот. Нет такой красоты. Дышите, гуляйте. Где-то снега нету. А у нас вот есть красота. Ну, пойдем дальше. Погуляем. Ну, спасибо, друзья мои, что были со мной, прогулялись по Уральскому лесу, посмотрели на нашу красоту. Всех поздравляю с наступающим Новым годом. Всем мира и добра, счастья и здоровья, удачи. Всем пока. С вами был Владимир. Пока-пока.